Сейчас нам на повторе показывали тот прекрасный апперкот, который почти под гонг попал Павел Маликов и добавил еще правый прямой потом. Шестой раунд. Павел Маликов, Дайки Конека. Хорошая двойка от Маликова. Точно. А здесь не дотянулся уже японский боец. Ну вот готовит этот правый через руку Павел Маликов. Мы видим, что не держит плотно перчатки у головы Дайки Конека. И есть возможность у Павла пробить в обвод. Просто работать. С Джеймом легко работать. Вот тут попытался запереть у канатов Маликова Дайки Конека. В итоге все закончилось клинчем. Но вот сейчас перелетела рука у Маликова, а здесь хороший короткий крюк, но... Ох, сколько пошел, ударов сейчас, да. Да, пошел на обострение. Конека. Конека. Да, он кушает удары Маликова, но продолжает переть вперед. И все время двигаться нужно Маликову, не стоять перед соперником. Вы слышите угловых Павла Маликова, рекомендуют работать апперкотом, но пока он пропустил только сам. Взял небольшую паузу Маликов и старается пользоваться этим Конека. Зарядил слева по корпусу. Да, мы видим, чуть-чуть постоянно немножко сталкивает, навязывает такую силовую борьбу Конека. Но он, собственно, и с первого раунда начинал это делать. Вот сейчас начинает включаться японец. Продолжает, точнее, это делать. И уже больше выбрасывает ударов. Больше джепа у Конека. Вот двоечка. Менялись бойцами, да, бойцы ударами через руку. Попытался снова Павел Маликов нанести апперкот, но плотно держал руки здесь японец. Минута с небольшим до конца шестого раунда. У нас уже идет вторая половина поединка. И темп не падает. Вот сейчас ушел от джеба Конека Павел Маликов. Хорошо, слева попадает. Показал справа, попал слева. Обманул немножечко японца. Опа, вот здесь нарвался сейчас Маликов. Ох, какой апперкот справа. Выкидывает японец. Конека. Боец с ударом. Включил он опять свой темп. Я имею в виду японского и бойца. И вот сейчас он, да, так пораньше взорвался в конце шестого раунда. Хорошее попадание было справа сейчас от Павла Маликова. А вот сейчас левый крюк от японца. Да. И тут же правый от Маликова. И смотрите, у канатов японец. Первый раз, по-моему, за этот поединок. Мы видели, концовка как шестого раунда японца канатом Маликов. Левый крюк по корпусу от Конека.